Эта удивительная история произошла на Кубанской реке, а все случилось так. Два товарища, больших любителя рыбной ловли, отправились на очередную рыбалку. И вот, что рассказывает один из рыбаков. Сидели мы рыбачили, клёва особо не было. В какой-то момент товарищ зашел в воду и что-то долго и пристально разглядывал на дне. А внимание его привлек необычный камень. Заинтересовавший их кусок породы, рыбаки вытащили на берег. В этот день очередному улову больше всего порадовались не их жены, а местные уфологи и палеонтологи. Обнаруженный во время охоты на сазанов и толстолобиков камень тянет немного. Много ни мало на научную сенсацию. Необычная вставка в цельный кусок породы размером с телефонную сим-карту внешне очень похожа на микросхему. Проведенная экспертиза показала, глыба лежала на планете еще до эпохи динозавров. Каким образом она оказалась на поверхности Земли, ученым еще предстоит выяснить. Не исключено, что камень вымыло из горы мощным потоком воды. Образовался он во времена Девона, приблизительно 450 миллионов лет назад. Состоит порода в основном из фрагментов скелетов морских лилий. Во вставке, которая так заинтересовала любителя рыбалки, фрагмент стебля живых организмов. Находка рыбаков, хотя и не связана с деятельностью внеземных цивилизаций, но представляет собой огромную ценность для науки. Не так часто палеонтологам удается обнаружить такие яркие свидетельства доисторической жизни на нашей планете. Ранее при добыче угля находили и болты, и патрубки двигателей из чистой платины и многое другое. И все это в породах, которым миллионы лет. Таких находок уже довольно много, и не только в России. Друзья, наверняка вы помните и мою находку, которую я нашел в одном из своих выездов. Это был кусок породы с окаменелым червем или древней водорослью. Возможно, самые интересные находки лежат у нас под ногами, но мы их просто не замечаем. Кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Пока!